Понятно. Сколько вот надо реально зарабатывать в месяц, чтобы вот в этой жизни хватало на жизнь? Предварительно 70 тысяч. Это оплата квартиры, оплата продуктов за свет, за воду, за газ, за какие-то неожиданные расходы, за докуп чего-то еще, и просто чтобы пойти куда-то немножко поразвлечься хотя бы раз два в месяц. Слушай, а сколько ты Чтобы тратишь на жизнь, вот если честно? я нисколько, я учусь в 11 классе. Нет, почему? Ну, то есть... Не, мне Нет, вот, я мне знаю всегда... 35 в месяц. 35 в месяц ты тратишь денег, а на что? Я на закупку материала. В основном. Ну, ты же с этого зарабатываешь. Да. Нет, а сколько у тебя безвозмездных потерь в месяц? Вот чтобы прям ты бац и забыл сколько. Ну, то есть не забыл, а вот, допустим, вот ты потратила на себя в месяц. Сколько уходит? Сложный вопрос, но это мало. Я мало.